смотрите, какая гранола на завтра. И вот звезда Шри-Ланки. Вот и гранола. Это Сергей, который уже стал ресторатором на острове. Сколько у тебя ресторанов? 6 рабочих и еще парочку строится. 6 рабочих. Уже так называется. Это я понял. И, знаете, самое классное, что он говорит: Вить, я опоздаю, тут пробки на 7 минут. Я поржал. Значит, это Парк-стрит, это самая главная улица в Коломбо, ресторанная. Здесь 8 проектов, 3 проекта, которые входят в топ-20 лучших проектов баров азиатских. Каю, кстати, тоже входит в этот список, но он нелегальный находится. Вот, и здесь мы забрали самое крупное, самое большое помещение. И здесь у нас будет модерновый греческий ресторан. Ники. Погнали, Серег. Вы первые, кто это видит. Еще никто здесь из наших не был, кроме меня, естественно. В общем, здесь все только зарождается. Там открытая кухня. Открытая кухня, пицца-печь. Это тут греческая, да, будет тема? Тут уже вовсю идут работа и баланс. Блин, открытые окна в пол. Уютненько. Здрасте. Здрасте. А как вас зовут? А меня зовут Вера. Очень приятно. Вот так, кто будет в Коломбо, обязательно запиливайте в ресторан Ники, греческая кухня. Отпишитесь мне, как это было. Теперь самая гордость нашего проекта на Шри-Ланке – это просто люкс. Такой только пятизвездочный гостиниц. Погнали. О, какие двери. Во-первых, есть посуда мой. А вот и сам шеф. Павел. Здравствуйте. Говорят, вы из Питера? Говорят, что вкусно готовят. Да? Здоровый такой вообще, капец. Да. Ну вот в целом, с сердцем. Обалденно. Все максимально. Привет, ребят. Привет. Вы, наверное, из России как будто и не уезжали, да? Все и по-русски говорят. Но на кухне, я смотрю, одна температура, да, неважно, где ты находишься, в Питере, в Москве или на Шри-Ланке, температура одна, жарко. Шарин. Хорошего дня вам, классного открытия. Спасибо. Обнимаю каждого, вы лучшие, пока.